Как посеешь, так и пожнешь. Ульяновские аграрии к народной мудрости прислушиваются и стараются завершить посевную как можно раньше. Всего по области яровой сев проведен на площади в 608,5 тысяч гектаров. Это 95% от плана. С ходом посевной, а также с состоянием озимых культур губернатор Сергей Морозов ознакомился во время посещения Чердаклинского района. В этом году у нас, скажем так, по области приступили 7 мая, а уже 30 мая мы закончим, соответственно, посевную кампанию. То есть мы идем сейчас достаточно хорошими темпами, и в этом плане, конечно, огромная благодарность и руководителям сельхозуправления, и руководителям хозяйства. Для сравнения, в прошлом году к весенне-полевым работам ульяновцы приступали в конце апреля, а заканчивали только в июне. Изменить ситуацию в лучшую сторону удалось благодаря работе в две смены, благоприятным погодным условиям и грамотному подходу к проведению сева. Как итог, первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое в России по темпам сева. Кроме этого, фермеры уже завершили барнование зяби, многолетних трав и подкормку минеральными удобрениями. После затяжной зимы озимые культуры чувствуют себя хорошо. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.